Всем привет, друзья и подписчики моего канала. В этот раз я решил выйти половить рыбу на море. Это будет первый выход на море в этом году. Вооружился я рачками от Lucky John, я их в процессе покажу. Экшн-камеру я с собой не брал, но решил вам показать в процессе уже по факту поимки. Потому что, во-первых, темно, я решил то, что как бы особо ничего видно не будет. Ну а телефон со вспышкой, в принципе, думаю, достаточно будет информативности. В следующий раз, наверное, скорее всего, возьму камеру и уже куплю фонарик синолобный. В этот раз вышел без фонарика, это было не очень удобно. А что у меня получилось? Смотрите видео. Итак, у нас есть еще один вот такой вот ёршик попался. Опять. Сейчас сниму, отпущу. Это уже второй на сегодня. Сегодня первая вылазка такая. Вот такой вот ёрш. Море у нас такое сегодня спокойное. Вот у нас вот такой вот рачок от Lucky John. В живую природу. И еще один вот у нас ёршик есть. Положил, чтобы сфотографировать покрасивее. Вот он у нас. Вот такой вот. Сейчас опять его выпущу. Вот такой вот у нас Lucky John-овский рачочек. Ерши его, кажется, любят. Так, вот у нас уже есть четвертый ёрш. Этот уже получше размером. Уже и сопротивлялся он посильнее. Красавчик вот такой. Сегодня у нас уже 4 ёрша. Первый выход на море в этом году. Сейчас я его сниму, пущу. Вон, глазищи какие. Сам, наверное, в шоке. Так, чем позднее и холоднее, тем ерши стали все клевать покрупнее, да поупористее. Вот еще один, это на сегодня пятый. Уже, вот какой, раскопырился весь. Красавчик. Сейчас его тоже буду отпускать. Уже замерз, и батарейка на телефоне садится. Так, как бы так сделать? Это не видно сюда. Проглотил, как ударил хорошо. Надо, блин, на заметку. Ай, колючий. На заметку взять, что разжим прикупить себе. И фонарик налобный. О! Вот такой вот ершина. Еле выцепил его. А! Колючка. Пойдет в море купаться обратно. Так, теперь нужно поправить червяка. Все будет хорошо. Уже ерши изрядно покусали. Вот такой вот. Так, все, продолжаем. Ну вот, друзья, и все. Наконец-таки у меня оборвался мой рачок от Lucky John. Уже время у нас 22:30 где-то. Не буду насаживать.
еще одного. Уже буду собираться потихонечку, вот пойду домой. В итоге сегодня у нас что получилось? 5 ершей, 2 мелких, 3 уже такие покрупнее. Так, когда я сменил место, пошел за здесь подальше от того места, где все рыбаки ловят. Конечно, место очень рискованно зацепами, но все же я выбрал, получается, очень удачно встал. Нашел место, где цепляется, чуть отошел левее, и вроде как, сколько забросов не делал, ни разу не зацепилось. Вот только крайний раз, видимо, уже мой достаточно подкусанный поводок ершами и весь пожеванный лакиджон решили сдаться. Потратил я всего лишь 2 рачка. Первого я потратил буквально на втором забросе. Вместе с у меня стирольской палочкой ушел 12-граммовой. Я, в общем, на нее рассчитывал, что буду на нее ловить, потому что спинка у меня сегодня Maximus Workhorse. Длина 2.40 и тест 3.15. Очень удобно было ловить на тирольку 12 грамм. Прям закидывал хорошо ей. В принципе, а разницы по чувствительности толком не было, так как ловим на отводной. Отводной у меня 90-метр, где-то в этих пределах, точно не замерял. А на этом моменте у меня села батарейка на телефоне, так как я взял его уже там, на нем было процентов 30. Ну и пока снимал, плюс использовал фонарик, она села. В общем, что я не договорил? В том, что, в принципе, рыбалка первая в этом году на море удалась. Результат у меня 5 ершей в зачет. Лакиджон отработал. Спиннинг тоже обновил в этом году морской свой. Ну и, думаю, неплохое начало для дальнейших походов и охоты на горбыля, в принципе, за которым я сегодня и пришел. Но поймать так и не удалось. А на этом, друзья мои, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!